В Аргентине завершился четвертый этап ралли-марафона «Дакар». Спецучасток, который прошли гонщики, стал самым протяженным за последние 9 лет – 657 километров. Но на этот раз победа ускользнула от наших спортсменов. Среди грузовиков первым оказался голландский экипаж под управлением пилота Жерара де Руэ. Весь этап он шел вторым, однако ближе к финишу сумел обойти КамАЗ Андрея Каргинова. Российский гонщик отстал от лидера на 1,5 минуты. Тройку победителей замкнул КамАЗ Эдуарда Николаева. Голландец де Руэ пока лидирует и в общем зачете.